Не знаю, Три. можно бару, можно этого, не знаю. Можно этого. Это типа ты Микеле, да, М? уступил? Это ты Микеле, да, уступил? Да. Кайф Они просто выиграть. на три, мне кажется, там надо с ним попукать, конечно. Да мне кайф, не парься. Гамзы. Но они же дота бафы чекают, правильно? Нет, они не могут чекать. Как они чекают? На Overwatch. А, ну на Overwatch там, блядь, сразу высвечивают. Ну, они мне два героя забанили. Ну, хотя бы не всех. Ну, теперь. Они бы Мидакунер добавили или Кэрри скорее героев, чем Сапо. Я сначала ни одной игры еще не сыграл. Еще не успел. Все, ладно, го забаним. Макса. Нет, Прегу. Возьмем. Я хочу Гриму. Мы взяли Гриму. Они берут па и банят эту Акса. Я беру тролля, и чел покажет себя во всей красе. Лич. О. Тёма, кого на кайф хочешь за него? На что? Не уверен, Да, на кайф меня кого хочешь. мне. Да, я думаю, на самом деле. Могу, я тренил инчу, но такое еще. Не мастер, не мастер. Shadow Demon, чтобы пуржить этот щит. Будто можно. Какой-нибудь Оракл. Окей, давай лучше на Shadow Demon'а выскочим, забаним. Кого забаним? Давай Спектру забаним. Спектру не хочешь? Ну, я на ней тоже не играл. Просто видел. Но Спектра затягивает и потом душит очень сильно и Ну вот, выигрывает потом. Гримстроук и Shadow Demon такие сапики. Неудобно. Хочу Мортру взять на 14. Плюс что? А, плюс ШД? На... Ну не знаю, ну можно Вингу взять. Просто задавить. Да, мы можем Вингу взять. Просто с чем? Ну Ага. вроде хорошо заходит. Как будто Винга Кунка, нет? Стани пауэр Кунка нет. 3? Нет, мид. Да, что-то в подонок. На ком не Ладно, падал хорошо. пикни героев, на которых ты плывешь. Инвокер. Инвокер войс хотите? Зевсон, Хускар еще и войт. Блин, Нет, может быть, давай на если ты Зевса возьмешь, тебя тарабанит это земелье вообще в жопу. А я просто назвал, на чем Я играю. понял, я понял, понял. Ну, как будто инвокерам они еще дадут, потому что они мидера, возможно, взяли. Давайте вингу. И... Хорошо. Здорово, парни, как дела? Нормально, здорово. Что Не, это? просто Кунка, если ты доживешь до братки Аганима. Хорошо, а что на 3 мы хотим взять? Ну, на А 3 Кунка на 3 не пойдет? селедочку. Ну, на 3 я могу на кунке сыграть, но такое лучше какой-то, не знаю, НС, селедка, что-то такое. Три Кунка это впадлу играть. Хз, против него впадло, а что-то в паблике стоял. Ладно, ладно, я возьму, ладно, игру с радаров. Ох, это вроде линия, там Мартрап. А у кого вас там меня не показывает? О, не знаю. У нас ФП был. Значит, у них должен быть ласт. По идее. Я не помню. Да, Караски. 22-й бан у нас. И Ого. пикаем мы тоже, по идее. Ну если у нас ФП был, то значит у них ласт. Ну Ебать, да. если я посмотрел на наш пик, а все Не летка класс. вешает ульту, я беру Мортру и все. А Ну, он тут. сейчас мартра будет. Должна Ей быть. падал как будто бы. Так, Давай, у нас в стране есть чем бить? Строение? Ну пока так. Но я рассчитываю, наверное, На лакрите. На ГГ? На Уокера, наверное, потому что все остальные чары мертвые. Ну, Финн, ладно, и чё. Вот, все остальные чары мертвые точно, вот эти два. Чё? Ну, варочку берут. Не, варка мертвая вообще была. Ладно. Но Кунка как будто в мид уже заходит рефракшн сбивать и торрентом. Вообще, блин, я на самом деле бы Хускара не впадал себя чата. Хотя это керри это была руку, скорее всего, да? Мне честно, Получается, ну хорошо, Кункой да не, не мид. как будто можно взять Хускара, только вот, вот как раз я еще беру фантомку. Баним А, двух не чаров. забанят его. Думаю, забанят.
Возможно. Сколько у тебя игр на Хаскаре? Серебро да, есть? Да. Если вы хотите фантоку, то надо будет ее сразу брать. А, у тебя 21 тир на Хускаре? Да. Ну тогда хочется и увидеть Хускара. Но там земелья будет с этой... Если это земелья четверка, это вообще игра на славу. А если там земелья мидер, он соберет быстренькую игру, и это будет так впадло играть на Хускаре. Сейчас посмотрим. Да похуй, он ультой пуржит, у меня шпарт пуржит. Земелья 3 может быть, кстати, еще. Хорошо, это похуй, хоть 10. Сейчас надо подумать. Парфер, это как будто не падло брать. Хускара как будто не падло. Как будто он нормально заходит, правильно? Ты хочешь их передавить, просто переехать? Хорошо. Инвокер тоже сладко будет. Что вот сейчас? Ну я говорю, либо Хускар, либо инвокер. Ну бери инвокер. Ой, нет, бери этого. Да-да-да. А теперь мы баним что? Теперь мы баним... У них остался это... либо керри, либо мид. Либо саппорт вообще. Мы не так замудрили. Ну у них флекс, да, все. Типа тут не пригодается. У них саппорта не может быть. Ладно, хорошо, представим... Хорошо, Свен не может быть, у нас много минус армора, типа не успеет затемпить. Хорошо, рыба, говно, тролль, говно. У них ташка-то корень, а? Ну как будто да. Хорошо, на мид. Кого ты на мид хочешь? Хускара, да? Ну давайте его да забаним, предположим. Давай. В любом случае хорошо будет. Ну и предположим. Мне кажется, не по-любому есть уже, ну, либо кунка, либо земелья. Че, какой-то дазл им не подходит? Какой-то, не знаю, медовой дазл, например. Они просто пойдут. Да, кстати, либо кунг, либо земля. Кстати, вот дазл реально хороший пик, прям вообще. Если я на нем ни одной игры не сыграл. Ну тогда не надо. Не, я имел в виду баново. Ну забанить кого-то тоже неплохо. Не знаю, что нам еще заебно. Вот пойдет кунка, да, там с торрентами. Да, я думал пангалера кого-то забанить. Панга тоже можешь неплохо, да. У нас грим с ультой. Как будто похуй. Тоже верно. Зинкер, Вокер, ну, то... баня. Нет, они забанят Зинкер, Вокера. Это кого они хотят взять? Что мы хотим вообще? Нет. Если Вокер банит, то мы хотим Хусика 100%, но тогда... Ну да. Хорошо, смотри, да, давай реально забанят. Кого тебе неприятно будет из этого? А Хуска вроде четко заходит. Там... Ну мы точно с Хусиком такого хотим? Может что-нибудь другое? Не знаю, что осталось. Так что он только не оставил. Ну просто Верка мертвый чар на самом деле, а... Ну Клопа, она... Так, по хуйня в этой игре. Ну, Клупа там да. Крест, да, что-то не впадло. Финд, там парка, жесткое исполнение какое-то надо. Невозможное исполнение, то есть. Хорошо, но надо подумать, на ком ты еще играешь? Ну, как будто просто персы вот и не остаются, на, кроме вот этого Хускара. Забанить, не знаю, какую-нибудь Лину, что ли? Надо, кстати, неплохо будет. Лина, по идее, единственный, кто остался тут. Ну, не даст вам могут этого взять, я не помню, стрел, но... Поездазу или нет? Но они еще, наверное, перса не видят, пусть думают, что это. Да не, они, даже там же нам видно же, не? Ну, сплющено, сплющено. Ну, пикер только не видит. Кстати, ты можешь этот, Данек, кайфа видеть, ставить на... Опять на спиритов, там они опять его драфнули сильно очень. 1.25, какой, как я, блядь, славлю тебе 1.25? Ну, в партии, да. Я тебе скажу, когда не сдохнусь, и поставишь. У меня на, это, на телефоне открыт этот коэффициент. Ну, тут прям аудрал сильно. Они взяли, блядь, какую-то парашу. А мне интересно, что там на лоспике прилетело? Нам еще ничего. Ладно, я в туалет сейчас буду. Не, у них, что на лоспике там прилетело? Я тоже сейчас найду. Да, ребят, подходите. Я на гриме, да? Да. Дазл. А что, дазл норм стоит против пусика в меду? Вроде норм, нет? Да какой, они не могут. Они не могут так делать. Они не могут мид идти дазлом. У них кунка, земелья, темпларка. Ну, они не могут. Они не могут просто так делать. Они сделают. Ну хз, темпларка не стоит. Земелья брать тоже. Типа кунка единственная. Кто там мид? Куй знает. Ка выйдем. Так а чё они пикнули? Дазла пикнули. А, ну медовый дазл. А, я стоял, блин, даже недавно. С медового дазла. Ну там на исполнение больше. Да, вот, только там вот. Ульту сардар повесит, я ему за хрит расскажу.
Кто там игрок? Там главное не отсосать мне, я тебе вард поставлю. Ой! У нас там нулевой тир, парни, нормально? Ну, сейчас исполнят. Смурф как? Может, слушать второй? Вы же после пиков сможете ранги глянуть или... Ну, да. Когда это... Нет, сейчас... Когда игра закончится. Что тут после игры? А, думаю, овервульф кончится у нас. Ну, у меня есть, но у меня не показывает сейчас. Так что, лок. Ну, мы не хитеры, парни. Я смог попил. Мы хотим куда-то выходить? Да. Как будто Венга, Грим, Фантомка. Такие замедления. Куплорка. Без это. А! Почему девочка бежала? Сейчас девочку. Я же девочку тут буду. This should be interesting. Жми, жми, чувак. Побежали вот здесь. Вот он наш враг. Я вард на ХГ поставлю. Ладно, давайте сейчас я тут музыку пока включу. О, все, не включается поле самос. Их ты видели у карты. Иди первый новинки. Мы прям сюда хотим встать? Давай! Ну, конечно, хотим. Кому? Ну, я бы желать на, потому что мы сдал звонки то впаду. Да погибло, да, мы сейчас не побудем. Го, я на топ, вы сюда один, тут, там, и на топе первый возьмем. Ну, сейчас мне надо засекьюрить, они могут пойти. Не, они вряд ли уже сюда пойдут. Но он земелью хочет. А, ну да. Мы тут стоим похер. Точно, как бы сейчас? Да не, я там. Да ты один там заберешь на фишке, давай. О, бля, беги на лече. Поп слайд. Там не чекаю. Так, ну мы если что до второго в топе терпим. Это... Тут вообще пиздец. А что такое это? Все так же, Данил, как мы обычно играем. Он промазал, промазал еще. Че. Было, и бочку не отбили. Вот нет на том парке, да? Слышь, нет, купи центричок. О, не центричок, но... Либо дасик. Даленько. Так. Она не может получить. Тормозни. Я урдаю. Я подожди, я короче дропну. Ну у нас вроде ложки в топе. Так что я дроп слабенький. Дальника заберешь? Да. Защищайся. Надо выпалить бы. Бля, ну вообще с ботинком можем бежать. Ха, сантрак доедет. Третий все равно не апта. Я бы отпулил еще. Держи пачку. Давай. Бля. Там у нас сейчас перед мисс, возможно, мидо. У меня второй уровень был. Это тоже можно.
Да, мид. Ладно, ложки тут, ребят. Понятно. На третий заберешь этот? Хорош. Я ни одного крипа не забрал. Может, на стак, конечно, можно опять не ходить. На стак есть. Сразись со мной. Нету. Туда, где битва. У меня почти хронокопия Данек. Есть его в этом минимальном? Лотус, да, что мне с этой тангусом поворот? Эй, Лотус. Да. Вот стартуй, стартуй. До сюда дойдет, можно. Не уйдем. Хотя лучше подождать, я это возьму. Перед минуту вобьем. Игрок, я играю, да только герой. Далеко, да, у меня нет этой. На меня есть что? Можем темпларку. Ко мне рез. Ко мне рез идет. Я тебя потору. Я что-то хуйню вкачал. Да блять, хуйню вкачал какую-то. Погоду-то. Два станза. Блять, вернее, это последний. Да. Со своего выдвинул. Ууу, хорош. Жестко. Супер. Ну да, отвести Данек. Ну, я попытаюсь, но он мне не даст это сделать. А у меня ПТ-шечка едет? Земля. Земля пытается сам отвести, но у него туго получается пока. У меня стак. Следующий отвод. Ну, можно законнектиться. Сейчас за торн. Бей его. Е, первый за 10 работает. На порту. О, нет. Не на базу. На. Я тебе еще фласку дам. Не видно, если нет, возможно, миду аккуратно. А ты уже откинь миду, да? Спешу на защиту. Давай. Тебе не скрыться. Еще на топ пушите, не знаю, Кларк лес уже. Но мне не надо что-то забрать. Окей. Я отвод надел. Я бот бегу, голубь. Там кто-то. Надо забаться. Это по 10. Убегите в другую сторону, молюсь. Это не поможет, да. Не, у меня топа доходит. Я отменил. 4 героя. Давно подрешал. Тебе надо поставить мне троечку, братиш, пожалуйста. Хорошо, Грим? Ну, бля, падло стакать, я убивать хочу хоть дня. Ну, в топе сейчас никого нет. Я могу, ты можешь в это зайти? Я понял, я еще пачку зафармлю. Вот это злоби. Да я подхожу. Никого не видно. А, не, они на топе. Побеги в него просто. И его можем? Но никак, как будто бы.
А есть ульта? Нету, да? Хорошо. Блять, ну я трыхнул уже, давайте. Повесь еще эту уебку, я сейчас плечу, я плечу. Да, без топки. Бля, ну я на одну задувку, типа, от чего? Я иду. Ладно, не начать не надо. А я иду, а я иду. Что, в неё? О, это, ну, не уверен. Давай. Можем дозлосить. У меня под минус армором. Сдохну быстро. Я бью, бью, бью. Давай. Хорош, парни. Сага, не дропку, кто-нибудь. Я стакну эншей на базу. А ты тех успеешь просто упомянуть тупо, на тех повесишь. Антычку, а там уйду. Можем убить? Давай. Отлично. Блин, никак бы не убежал, там лишь. Ну, парни, не просто так стоял, что вы такого. Я хочу поставить вард и увидеть их стаки. Бля, я думаю, не стоит, не стоит. Тут это... Нету их стаков. Их стаков нет. Не хочу умирать, блядь. Надо это. Че, они будут пушить, если венга подойдет, тогда что-нибудь можно придумать. Ну, сейчас, парни. Я мид буду пушить. Я так идти не могу. Там они все стоят, бьют. Я думаю, я нажижено не должно быть. Вот. Это понятно, на батуше. Но они время проебывают просто. Просто проебывают время. Я секунка топа буду нажимать, скажите. Я не увижу. Только не нажимает пока что. Уходи, куда-то. Чего, блядь? Я не бил товара. Спешу на защиту. Бля, ну по-моему мы 4 хочу. Такое. Да. Как Ускар умер? Я не знаю. Я товар не бил, я просто армет отжимаю, умираю. Понял. Ладно, бывает анлак. Мы только с Хусиком, наверное, можем драться, потому что нас не хватает. Я хочу 10-го его добить, Иршана забрать, потом бегать танка. Ну, к тому, что надо чуточку, да, подзащилиться. Ну, у них сейчас нет ультимейтов, у них нет корабля, у них нет чайника. Может, да, быть, там корабль ему... еще откатит, я не знаю уже. Не, ну нам что, тогда вообще не драться? Ну, мы можем драться, нам надо выигрывать время для фантомки. Либо... Ну, супер... мы можем драться, если их не 4-5 там, как сейчас было. Но они будут вчетвером ходить, а Ланай будет фармить. Ну, люди. Это обратка. У кого, Кунки? Да. Да, это поебать. Главное, чтобы у Дазла, Дазл мида сделает. Нам затягивать вообще нельзя, мы потом этого Дазла не убьем. Убьем, куда денется. Да, у него бесконечный крест. Будет. Хорошо. На меня пустая. Будет помощь? Я подхожу, подхожу, подхожу. Я по дурной. Кунку бы добить? Ага. Там ДД кунка, больно.
Пошло, пошло. Хоть иди нахуй, черт. Че, Хускар всех убил, офигеть. Я, я думал, на самом деле, Хускар умер первым. А кто первым умер? Селедка, селедка. Да, Хусик. А, селедка умерла. Я, если честно, Хускара похороню. Я думал, все, файт проебали. Хоть как-то надо было убить. Да это... я там засейвили меня и сама главное. Ну как, коэффициенты чекаем. А, на Рафана, короче, пошел. Давай, я тебя сейчас заваржу. Не зон. Там меня кто бегут уже. 1.17 на спирит. Ну что ладно, пофиг, 500 прием нормально, да? Не 500? Ну, 375. Ну, нормально. Ну, пойдет. Да. Ну, из 500. Ну да. Отлично, процентов. Ну, накапали. Ждем. О, 1.4. Что? Там че, Етора и Ларда убили? Блин, интересно посмотреть на них или нет. Я смотрю, там Лару умер один. А, да похуй, блядь, Лару хоть. Не, ну можешь есть... ставить, 1.5 можешь ставить, мне кажется. Да уже один, там сразу, как только 1.5, сразу лок. Так а что у вас за бук, у вас счет не показывает? Нет, ну тут хорошо все очень, вот тут уже лучше тайминги, чем прошлые. У этих, у этих. Счет показывает 12.10. Ну а смерти каждого нет? У меня даже показывает этот, какой тавр сломали. А, ну так что вы спрашиваете, типа, кто умер? Можно же глянуть просто? Ну, у меня тавр только показывает. А. Ну, типа, тавр, КДА, ну я же не могу прям так мониторить сильно. Ну, Ютура на ВК, это не проебывается, там две жизни, три будет. И мипошка нахуй на этом, на додике. Мы, кстати, можем Рошану, у меня медалька плюс минус амор. Я сейчас иду. Ну это что, ты... Мипошка на инче. Мипошка еще на инче. Коллапс на баре, ебать. 1.4. Так об этом можно ставить. О, 1.55. Ставится? Да. Сколько, 500? Да. Четко. Пари заключено. Ну все. Проебали. Блин, надо было ставить 375 и в ноль типа выходить. Ну это спирит. Я понял. Ну это спирит. О, не увидел. Сейчас КФП опять поднимется, он подохнет. Ладно, чё мы его ждём? Мы уже РД2-3 отжили. Да? А тут нету типа Бэтмайнерс? Ох, понял. Ой, ради бога. Интересная игра. Они типа, есть, но мы не закончим. Если мы быстро закончим, мы попадемся на сотников. Да тут быстро уже не получится, типа тут такая. Да. Слардар если подойдет, повесит что-то. Я подойду, мы... да, когда это сейчас. Я быстро. Ну прям сейчас надо идти, потому что у них. Ну тут типа, медас, это... тут медас. Тайм. Два заряда все равно. Ну, вот только не нажимай их на големов. Только не нажимай их на големов. А на кого? На этого нажимай. На кентавр. Кентавр. Да. Сатир. После 23 минуты нажимай на этих, на магов. На кого? На магов. Вот. Крип маг. А что за магия? Крип маг. А, все понял. Которые на линии идут, на них просто мне кажется, что они могут сюда прийти. Что-то никого не видно. Нет, вон они на меду двое, все. Пошли. Обьешь станами? Там меня бегут тоже. Гримо мид. Да, они бегут, кстати. Но мы можем подраться, я вообще прилетел. Ну, мы успеваем вроде. Это не знаю, как будто даже. Я успею. Там могу сейчас обратка будет, я не хочу дамажиться. Я его верну. А ладно. Они за мной. Опа. Еще не шанс. Не башьте там все под отметкой. Не, ну Наташке прицвета супер ошибка. Ну что ты еще пораньше бы они пришли, возможно, были бы проблемки. Ну да. По ней корабль попал. Если по ней корабль попал. И они все вместе были,
и чайник не отдали только в меня, ну, может быть, и убили бы. Но они не должны были в любом случае, да? Зачем палку? Ну, Рошан разрушил. Да не, вообще должны были. Возможно, не просто этот, я пойду палкой. Постянем их, отойдем. Все, выйдем. Да, Грим, дай мне третий, Грим, дай мне третий. Вы без меня, если что. Дай мне третий, Грим. Да не дотягивай. А, вообще там... Ой, не-не, быстро заканчивать нельзя. Ну еще минут 5, не знаю, 7 было бы нормально. Это значит. Да не ГГ напишу скоро. Кстати, тоже нормально. По Т2 пойдем еще. Подеремся еще пару раз. Все, ну что они делают? Прикол какой-то. Не, го выйдем, го выйдем. Они, если мы сейчас еще раз убьем их, это тильтный. Поставь вард, дашь мне третью. Но я не хочу фонку. Ах ты, бах, КБ, БКБ, давай, 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 давай. Они без дазла. Он без бэма еще. А что, ты отмени эту штуку, но я ж... Что-то ты долго думал. Ну я бегу, если растяните файт на секунд 10, я выбегу. Вон, величи бежит. Вон. Блин, я жду, пока корабль закончится. Дашка, подать вам. Ну просто раскачивайте, да. Ладно, тут шанс. Ах, да. Типа, ЕГЭ написать, как будто будет шансов 90. А чё, по Т2 всем пойдем просто. Вот, идем лучше. Вот все сдохнем. Ну, типа, это им ничего не дадут. Какое, какое? Не, на самом деле, Ташка. Ташка, да. Скоро сильно душит. 10 уровень. Ох ты. Блять, хоп, ребят. Я в лесу, парни, если что, не ставлю. Вот тут вроде был, вижу у них. А, или там просто эти... Бля. Парни, давайте... Бегу. Да. Ну ладно, дали им шансы. И шансы. Да, фантом как будто бы не даст уже ничего. Только признай. С тобой. Ой-ой-ой, что творит? Как же? Без защиты. Тут если что вижу, там роли. Ради бога. Ну видите, они играют даже еще, видите. А все такие подпиваться играют. Вы плохо файт начали, меня рядом не было. Не, но он ушел. Ну, я бы засейвил. Это, либо Хускара, либо... А, нет, кого Хускара, я вообще в файте не был. А, еще в Хускара не было в файте, парни. Я лес бил. Да это файт надежды был для них. Показали, видимо, файт. Что они могут играть. Есть смычки, не? Есть. Можем... Надо... Хочу пачку. Ну пиздец. Ой, да мне это тоже забей. Если я его крипом забрал, тоже помешало. Я тебе, ты мне так относительно. Да. Оставьте кемп вот этот. И сейчас они на вот эти две горки поставили, вижу. Она хотел как-нибудь на бетку оставить одну, ну ладно, продам. Давай, забоялся. Да, можно было повесить мото и до конца. Да, нет, да, это победа была. Я по приколу спал. Боттермен три. Так интересно, когда никто не планет. Да, за ним вся орда его. Сам ртом. Ого, под шар тянем все. Моя мощь растет. На стрёме. Сейчас я тут чуть-чуть подфармлю, чтобы не терять свой фарм. Дед Денис.
Тауэр Пиранья, я тоже спал. Рампага в боте. Заберите, заберите эту штуку, чтобы она меня не пивала. Да, ладно, нужно вот это топ, похер. Ага, шарт выбьем. У меня какие-то будет и мабу. Тут дует, нажми такой на наш шарт. Да, сейчас. Я бегу. Я задую, задую на низ. Ладно, я думаю, я сам пробую, я не сдохну. Нихуя агрессивный. Ты летишь? Дай ему соло. Давай. Они на меня сейчас нападут. Давай. Кто остался? Да. Я думал, что он бы сдох. Ебать, у него тренд. Ну, шансы, короче. А чё, тот крест не дал? Он на себя дал. Я просто, ну, прыгаю, там чел перепугался, сразу на себя кинул на фулл хп. Я хорошо на второго заберу, куплю как рапирку. Да, рапира как будто и не нужна. Да, кому-то и так это. На яйцах, на мужика. Зачем он нажал этот баудер? Может. Да, нужна помощь, они им будут это. Все нормально. А мне нужна помощь. Опа. Два кортика. Не один. Да, зло поймал. Ну они ГГ напишут. Ну пусть мы еще поиграли. Ну и что там? Вижу, что... А, ебать, чмо! Что такое? Вот оно чё. Братан, а чё это такое? Почему у тебя было больше? Хватит. Со мной побегал. Может, ты первый умер, а у двух файтов покормили. Я тут пробовал вообще на приколе. Я третий стою в миду, фантомка с четвертым тэпается ко мне. О, а, да. Флешечка. Кого? Два миса, верю. Смотри, не затаймил. Блин, два места, мне понравилось. Да, ну, что-то больно только. Я не на того запрыгнул, как это работает. Где там была? Копи была, да. Горошу, Бабрикову. Ну, потянем чуть-чуть. А, на попить ты дышишь. Может ТП топ грим нажать, может ТП топ. Грим, нажми ТП топ. Ты просто нам не нужен, а так ты откушаешь. Дайте мне в Рошана там все плюшки. Я там сыр только. Ну, я имею в виду второй и сорки, да, ему. Ему, не тебе? Ну, ему. Так. Ну, а крит 2600, подождите, давайте еще это крит подождем. 3000 был крит. Крит был 2700, я показываю это. У меня 3028. Красный. Это тоже прикольно. А, ну... Там мог продолжить, там один большой будет, уже игра закончена. Да, у меня бы они вывалились. Там один бы был средний, второй этот, и... Понял, короче. Короче, ничего бы не вывалилось, потому что у тебя 2 сота свободно. Ну да. Че, мы заканчивать идем? Да, наверное, че. Надо два сломать вверху, парни. Да не, мы его сразу по прямой. Ну это main object. Main objective.
О, сдохнем с рапирой и отдадим игру. Правильно? Да, все правильно, все правильно. Бля, ну Кунку вообще впадло бить. Да понятно, что впадло. Вот так, да? Да понятно, что впадло. Да, я... А ну, конечно, буду прыгнуть, прыгните, вот тут быстрее, сейчас туда попадусь. Ага. Чё? А, меня шмут написал как ГМ. Могу так написать. Шмут на 555 часов. Это ты жестко написал. Слушай, я набил. Ну, сотни. Сотников ждем. Да. Что там, покурить кто зайдет, все дела? Ну я пиписить бы отошел. Чуть. Давайте минуты 2-3 перерыв. Там 5 дается, по-моему. Ну можем все 5 подождать. Ну, сейчас, я отошел. Ну, кстати, там играют батлкап сейчас сатанник против. Против сотников. Да, вот к ним бы лучше не попадаться. Ну вот. Мы их пропустили. Без сотников? Ну там из моей гильдии, типа, два типа. А они вторую уже начали или первую? Вторую. Ну да, первую вряд ли. Ну, да, вряд ли. Да, там еще третья минута. Значит, пухнули. Так, что там, досматриваем спиритов? Ну? Пятка перевес. А, ну, мы играли против двух лысых, 1800 и две рапиры. А, не, рапира и властелин. Да, вообще похер, кто там был. Что там в итоге за ранги были? Ну вот видите, не похуй людям. Два титана, один, два каранг. Ой, три титана, два каранга и легенда один. Это ты понял. Божество, то есть. Ну, почти 4, да? Ну, пойдет. Пойдет. Кстати, там сейчас зальют игру эти спины. Я тоже пописнуть, короче, ты иду. Да что ты... Они пошли, если что, забирать шард. Не забрали шард. Раскинь когда ульту. Энчандра сумерла. Включи демку. Боже. Вот. Вот, они забирали вот тут торвентера снизу. Ты мне демку не включил. А, потому что у меня закрытый канал, я не могу здесь включать. Ладно. Где, по сути, они забирали своего торментора, и непошка сдох, и в рейтинг культу отдал. Пришли с Shopify, забрали шард, забрали вышку. Не, это уже не за... О, все, у него эта кераса появилась. Да не, я видел шоки раз. А чё, мы регаем там? Минуту осталось. Минуту 40. Ну там он чё, пописить это шоу. Ну, чем дольше, тем лучше. Еще. Ну, ибо номер дрэбэ все три партии бы цирол. Да забанят. А, там они умерли, если что, потому что попал аппарат ультой. Вот почему они умерли. Там аппарат прочитал. Флай, скорее всего. Да, флай. Yeah.
Ладно, я начал катку. Кимчипс. И там бустер на аватарке. Русский типа. Опа, все, все, Team Spirit доиграли, походу. Они час на это до файта убили опять. Не знаю, почему они бару не банят. Что там? 33-й. Это Милана. А на кого? Два Властелина, Титан, Легенда, Рапира. О, можно заказики? Какие заказики? Ну там, Кунку 4, Брюха 4, Друи 4. Не, брат, Кунки еще дают точно не будет. На Primal 16-6, Урса 16-3. Ну я насчет не смотрел, просто на героя посмотрел, мне хватило. 33-й на Керри что-то пересел. Так они играли по стрипам каких рангов. Там 3 Титана и... Рыцарь. 2 Легенды. Не, Рыцарь Легенды. Ну, там... Рыцарь это еще хуже. Стой, ММР не хватит. А, подожди, это не герой, да-да-да, это Рыцарь. Нет. Я имею в виду герой. Гофрион, если не забанят. Давай. Я хочу это... Потому что я не хочу Трента банить, хочу Трента на 8 нам взять, потому что это и закрывает им пик, и открывает нам пик. Хорошо, мы берем туда кого? Ну, мы баним, то есть, кого там они пикали? Даунара. Что там по рангам? Плохо все? Да, убийца. Понял. Два сотника, два пятисотника и один десятник. Что, реально? Угу. Десятник, это понятно, что это все. Нет, там... Так, это Team Chips, да, вот эти? Да, жестики. Вот с ними бы игру минут 30 сыграть, 35. На Чапаса против бомжей и за 10 закончить. Next не найти вообще. Так авто... Да нет, тут если две игры первые по часу играть, там третью, блядь, можно найти. Там типа такое. Ну можем просто 5 фармил взять и не пушить. Хорошо. Да нет, это как бы... 5 фармил, давайте просто выиграем. Хорошо, я тогда баню кого? Баним. Ну шо, хорошо. Трент остался у нас ВП, да? Да. Ну, я на хочу... Фарионе у нас сам чел может сыграть. Я хочу взять просто... Хочу забанить, наверное, какую-то нагу. Ну, хочу... я хочу взять Вайда, либо Сварка. Либо антимага. А это все накрывается нагой. Я хочу просто забанить нагу. Можно нагу взять... забанить? Я бы туда это делать, Трента беру. Да-да. Беру Трента. И все, дают нам, берем у Фариона. О, какой ранг, какие числа. Банана, блин, бара это пиздец. Жестко да. Я им ответил, ребят, оцените. А мы, может, шадо, а чё, может, мы как-то шадо демона перестроимся, да? Как такой вариант? А во что, еще раз? На шадо демона хочешь, чтобы... Давай шадо демона мне бери, я... Ну, смотрите, Фурион еще в пуле, у них типа 13 пик. Но вряд ли они возьмут Фуру. Так, а наоборот, Брума, если мы его затянем, твой Фурион нам на нулем нажимается. Это бесполезный перс. Бог и улс, бро. Да нет, мне просто как... Нам шадо демона, может, вот, если кто там накрывает его. ШД. Это самый сильный контрпик. Давай чуть послабее, мы... чуть послабее, Оракл. Давай, ты на 4 ШД сыграешь? Да? Нет. Нет, да чё на 4? Да ну просто кого ты сейчас, ну кого ты хочешь? Фурион? Ну Фурион мобильный перс, но он просто... Ну да, бара будет... Бля, ну вообще... А, ну что нам, что мы баним, чтоб он не ускорялся? Ладно, я забаню без собака. Да сейчас я не возьму. Это странно, они что-то слишком легко в первой игре, типа, отпиздили челов. Там, конечно, вообще не два не игрока, но... Кстати, Са, там 20к переезда, нём. Спирит. Да, я знаю. Я ж смотрю. На телефоне. А, у неё дальний чандра Сейгис, ты понял? И это раздох. У неё байбека нет. У неё байбека нет. И это раздох. Ну ничего. Чё стреснет? У него ещё бай есть. Ой, давай, хорёвый,
Ну, беру тебя. Кого на 3 ты хочешь взять? Посмотрим. С Фурионом, что у нас все осталось. Подачка, подними личник. Ну, я не знаю, также можно селедку на акцию. Это просто тебе кашей заварят. Кого-то может шейкер. Там, скорее всего, урса будет, да. Поэтому шейкера ДБ. Ну, ДБ можно, по идее. Шейкера точно впадло. А сейчас, наверное, варлок. Варлок урса будет. Не очень приятно. На энчантрес пошло. Раз, два, три. Кстати, там у Сабиро это ХП нормально, кстати? О, пробить вообще возможно. Как будто он сейчас это... Этим пушка дерется. Но. Оп. Оп, сейчас. Спонг? А у него спонга даже нет. И у него есть шарт. В общем, есть. Он, может, он его не нажимал, потому что от обратки бы сдох с репликейтом или как его. У него нет обратки. А сейчас брат хим байбагнулся, подожди. За хером байбагнулся. Опа, ну тут ШД все больше и больше заходит. Ну ладно. Можно ШД никуда перестраивать. Фрион Кири. Я им первые 30 минут, может, расскажу, потом все. Игра закончится. Чандра, самый большой урон на карте ты видел? Либо это за файт 35 тысяч. Там сколько баев было? Ну, там баев вроде там 2 или 3, и справа 1. Мипошка, он Чандрас. Ну, у Мипошки бая нет, у Миры бая нет. У Ятора нет бая. Ну да, сейчас он просто потратил его, у него вообще он есть. У него нет сейчас бая, вот, все, он нажал. Да? Да, я тоже дал бай, я говорю, зачем он байнулся? А чё у нас тут? У нас тут что-то они мету пикают. Они тоже смотрят карту. Угу. Смотрят. Умник, кто-то с нулифайером мне нужен. Да ебать, что? Это же нахуй игра, просто игра, блядь, ты что-то... Да похуй, там пора, там у них хуйня, типа, мы просто... Мара 3 или умник? Так что, мы берем бульонами, надо, наверное, сейчас старля открывать, потому что они его забанят. Хорошо, против старля я баню кого? Акса? Акса легионка. Разорку. На мид мы берем это, один вокера, наверное. Он снимает все бафы, он меня просто поспейсит, я выиграю игру. Что там игра? Оффлайн почти хекс. Сатаника 100 онлайна нормально? Сатаника 100 онлайна? Да, 150. Уже ну, так... я нормально люди дня. Смотрю, ты правильно? Никс попустил, все. Да, у них 100 тысяч. 101. 101, у Dota 2 Ti и Ru 102. Давайте если зайдем Никсу поможем. В пользу мангу. Я рекупился БКБ. Это Бара 3, кстати, да, у нас в команде. Ну, у нас на БК. Не факт. Я не знаю, но я типа рассчитываю на то, что если это... Ну просто я забанил Акса, потому что это мой мид. Ну смотрите, вокера не забанили. Я же тебе сказал, мы берем вокера, потому что он не просто подспейчит, я пофармлю, выиграю игру. Ну, я они его забанили, да. На ком ты еще играешь? Ну, они с Аберплюсом играют. Ну, смотрите, у нас, типа, мы Несса забанили, в принципе, какой-то тинкер будет не особо приятно. Я не знаю. Я Несса забанил, потому что он вообще... Я хотел взять Вайда, либо Сварка, он этих двух героев накрывает полностью. Ну, не знаю, надо банить что-то из этого. Да. А вот ты хочешь взять? Ну, хотя, как будто бы на клопе можно было бы... Под фуру, под ДБшку поиграть. Хорошо, но я кунгу тогда не буду банить. Давайте тогда забаним. Подожди, почему не забанили этих персонажей тинкеров? Ну, инвокер логично, а пака хз. Ну, пака под шторма какого-то, шторм, тинкер, не знаю, что ловить. Может, пину забанить.
Можно Лину? Да, я Лину забаню и возьму тебе. Кого брать тебе? Гакопу. Мертвый, ну давай. Криту, кстати, но убили этого быстро. Да, без пол мертвый. Что поделать? Сайберу этого убили. Боротрума 27 уровень. Ну там ба есть. У кого? Саберлайт. Смотри, мипашку, посмотри на мипашку просто. Тинкера взяли. Я не могу, не могу пускать. Тинкера взяли. Да. Там, ну просто Фарион мид прилетит и подрасскажет. Я так считаю. Но самое опасное у них чел с ником 33. Да. У него гибель зато опасно. Я тоже без бая умер. Они и мегасов сделали. И убили без бая этого собирать. Не убили. Не знаю, они берут этого физического пака, он ни в одной игре не заиграл. Я не увидел, по крайней мере. Он еще собрался без молнии, это вообще говно. Сейчас ему саленс задал. Вниз, гнездо. Блин, я думал, как закупиться. А, я же бай буду покупать, значит, мне топор полюбил. Просто копа стоит мид спокойно, там волкоцает, и прилетает человек, когда с помидорами бегает. Да. И все. Да. Денис, ты готов разъебать? Бля, я хочу бота убить. Так вот тот самый вот этот сел. Грязь, тот грязь. Самый. Это грязь. Что у нас, луна этот? Бля. Го пойдем к ним сюда. Да. Вообще. Ну вообще мы можем запиздить, помню, да, жестко. Что тут станем, если что убьем, но я вообще вот хочу просто. Можем смоки нажать. Можем просто зайти, нет? О, нихуя. Че, луну? Луну. Ну, пиздец. Нормально, там додик качал второй, он лайн проебет. Я тоже. Кто тоже второй? Ты нормально, у тебя нормальный второй. Не, а у это, него нет. Понятно, да, нет у него нет. Во-первых, вард надо ставить вот такой, это раз, если ты уже так прошел. У нас защита мида произошла. Да, стоп, вард. Наверное. Ну боже, а почему мы на руне не стоим? Ага, он хочет, смотри, он лайн хочет поломать. Там... Ладно, похуй. Отыграем еще преимущество. Ой, за что это дует? Изменилось что-то? Ну, я испугался, потому что внизу, если так сделать... Ну, это нужно вот тут ставить в центре. Так, слышь, там... Денис, мы как вообще второй эспро даем? Я первый... Даю спорты, ты даешь второй. Так, а что изменилось? Смотри, ничего ж не поменялось. Ну, может, мне надо первый? Дальника заб... Я испугался, брат. Ты заберешь. Проебали. Ебать, ну, просто по дабл бенде не подставляйся. Ну, точнее, я не буду подставляться. Постарайся. Не, ну просто убивать будет тяжело, это. Купил, который, да, купил. Ладно. Ну, убивать нормально будет. Ну ты же первый, потом он если убегает, если ты. Сейчас скипать будет твоих, ну, сходить, то есть. А, нет, ну путаться, потому что. Возможно, они не те, за кого себя выдают. Даже кем прозвольте. Да. Ой. Ну это хрен. А. Ха-ха-ха.
Ладно, големы. Бля, у меня второй постреляет. Вот это не будет. У них атака быстрее, ну что нибудь. А как он второй раз уже делает? А ты еще говоришь, что это кортик не так. Кортик против Тинкера. Не, кортик нужен против Тинкера, это 100%. Нет, так он-то нужен, он не на первом же уровне. Ну вообще на первом уровне. Да нет, ну, мне... да? Я ни одного крипа не добил за то, что мне скрип не качен. На первой пачке. Но это не из-за этого, но оранжата я должен был набирать. Ладно, а нахил ресурсов. Он допизделся. Что мы хотим? Ну так, прогреть можно. Смотри. Да, ладно, нету. Да. Дай кьюшку пока не сдох. Они под носами, они не попадают. Бля, там больноват, слышь. Да. Ну, я не спел, юзани. Нет. Да я... Слепый. Ты не спел бы юзану, либо убили бы сейчас. Пстик накапал. У меня до хрена крипов, я не помогу. Да, Денис. Проебали. Ну ебать ты. Нормально. Он помазал. Ну кто знал, что он вперед, как гнида. Ты гениально встал просто, да? Чтобы он попал по тебе, а не по мне. Все. Все было просчитано. Я могу в мид прилететь. Конечно, сеншлики не ворники. Погоди, я хотя бы кортик в 3 возьму. Не, в 3 не бери кортик. А? Это мертвая параша, ты фармить не будешь. Ну когда обычно берут 3, а потом качать стрим. Нет, это... Ну там 2-3 берут, типа. Куда пойдем, без лазера. Да бей, я куда бить сильно очень. Ну Кьё так, а так играет. Ну там от ситуации зависит, если у тебя чел, который... Ты сильно сравниваешься с Кьё атакой. Я тебе говорю, я на КП играю сам. Поедешь. Так. Дай мне воду. Ну добей его. Да, его можем подходить. О! Варлока нет. Угу, меду. Черта повезло. Я забрал. Вот ты чётко. А, да, на луне ты сильный, братан. Хорош. А, скажу. Ага, не надо, да? Ну, просто... Okay. Я бегу с Рома. Брат Рома нет. Брат Рома, брат Рома не бежит. Да. Да, надо было чуть позже. Можешь опять потом тройку опять же подтакать? Да, блин, еще медо. Я сказал, что еще топать, как он. Ну, ты его убиваешь. Тут, подойди сюда. Блядь, чело. Я на нем настакал, Две сек. Я сдох. Почему ему мисс не прокает, когда на нем это тоже вопрос. Сколько процентов? 60. 60, да. Что-то ты кажется, мне просто на косву раз, на косву два его убил. А ты там... Баратром рассказал. Не-не, а... Ну что, ни одной сетки нет, но я в стильке, почему?
лучше не открывайте пасти, лишь я руна и разрубаю на части. Я тут король, вы в моей власти. На ворлоке топорик, если еще купил. Дроны сходи на тебе, голова. Да, я не заберу бар. Бара не подойдет. Я его заберу у них. Ну, ну сейчас вдвоем там бомба будет, мне кажется. Мне кажется, он уже даже там стоит. Ты заберешь. Заберу. Бар, 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 туда сделал. Блядь. Ты, а блядь, принесешь на фараоне? Давай. Я ботнулся, смотрите, сейчас можно луна убить, ну вот так. Ну, сейчас фулл хп будет на луне. Ну, сетка, 4 удара, 5, 6, 7, 37, а ну. Него не, нет, у него луна. Походу вижу тут, можешь бэкать меня. Поставьте трошку, можно сделать? Прямо подойди, поставьте трошку, брат. Спасибо, Фарион. Я так не слушал. Бля, бегу быстрее, чем... А, он добавил, где же было ТП, нет? Я нажимал на альфу, где было ТП. Да он нажал от Милы, я видел. Так, есть шестой надо бы. Если что, кричите. Можно такого просто прыгнет в тинкер, даст ему кьюшку и ты и все. И в опоре он закроет, и по лихам не прыгает. Я не зову Варлок. Чем сила наша во рейтинге. Ну-ка, сука, к моей ноге. Видишь, блошат в моей руке. Скоро он будет тебя в очке. Охуевайте, молча, не открывайте пасти. Лишь я руна и разрубаю на части. Вот он присунуть его. Прям прилетишь, что пиздец, что? Да, да. Не ультовать или в этом цели? Можем мы этого идти? Го-го-го. Давай, ульту, ульту, ульту. А, ладно. Это не ульту ждобно? А, мы в миду. Игра. Я заберу. Я подхожу, чё-нибудь понял? Ну, помогает. Я попал, тут не надо мне тут воровать, просто. Сейчас тинкер ТП даст. Он не с той стороны. Он не с той стороны. Мне шестой нужен. Шестой добей. Ох. Ох. Банды, банды, банды. Да нажмись, сука. Я на базу и тэпнешь потом. О. Бот можно слить. Ну, конечно, вот, вот эти приколы с Фреоном, да? То, что ты ставишь спорты, он рубит и типа не выходишь. Это, конечно, мем. Ну да. Ну чем, без разбега гол? Ну еще без разбега гол. Лагает. Но не лагало. Можешь ли тройку сахар не подустанет? Но я не добегу, не успею. Место. Че, я могу на ДБ собраться, в принципе, в этого танка. Мы как хотим. Лез дизолькой. Без я читаю. Пойдет. А, я сейчас дохну, парни. В этом моменте пойдет. Я с ультом, если что, на ДБ, можете в миду. Хорошо, никто изменил. В топе кто-то станет? Да. В миду нападут, если что, кричи.
Так мне это дует. Что там выиграли эти? Я не досмотрел. Я тоже не смотрел. Да, они выиграли, не успели 2-0. Чем? Зипап. Походу, спириты чемпионы, то что думаете? Не факт. Там тундра еще не пока, ну. Попсятина типа, да, не выкатывалась еще? Да не, попсятина выкатывалась. Ну, против спиритов они играли уже? Да, Майби Баба их отснат. Против спиритов они не играли, не знаю. Как попсятина себя покажет? Если он нормально себя покажет, то может быть и тундра. Мне кажется, спириты все-таки посильнее будут. Ну да. Вис. Куда он побежал? Посекьюрите меня? Так, ну. Я с Витом до сих пор рандовый. А не у вас там все, можете в тройку, если зайти в четвером. Я не знаю. Смотрите, нам он будет что-то? Давай, давай. Ну, фигня, это дует. Сори. Да, плохо. Я бегу с подветренной, я бегу с подветренной, НДБ. Я напарник. Тут этот ворлок был, ворлока. Куда кашу варишь? Да, бля. Финка, есть что-то? Нет ульты. Арты кино. Кино. А, ну живи. И что, блядь, делать на блин? Ладно, я в топ давать. У меня тебя стакнул вот этот. Полетим на квизом, Прём. Понятно. Игнор, да? Давай. Ну, сразу надо было после бима давать. Да, я понял. Все. Надо кольца. Бро, ошибки совершаешь. Блин. Охуеть, это что такое? А что там, Тинкер с блинком, да? Да, давно. Бля, ребята, автоп. Я на топ нажму, тупо, да-да-да. А тут, ладно. Я не успею, походу. Антепас. О, Микс сдох сзади, нормально. Хорош. Тоже по силочке. Да ластовый у меня очень играл. Барок спалил, я не видел. А, луна. Луна, видим луну? Да, вижу. Я встану я через 10, буду с ультом. Не, она что-то понимает. Не, она это. Давай, да. Она чувствует, не успел. Сколько? 5 секунд ульт у меня на ДБ будет. Бля, ну нет, дальше но... ошибка, нет, там все же. Там Тинкер же летит, все. Все, Тинкера. Я уйду, Да. Вот он, Варлок варит, парни. Да, ну. Че-то где-то у них, блять. Не, вижу у нас. Вижу у нас. Да. Козырный тут. А я поставил. Ну, сейчас все сниму то. Блин. Можем Рошу пойти. Мне сложно, конечно, когда ворлок. О, как будто вот тут вижу стоит. Ой-ой-ой, Рунку-то, чё там точно. Чё-то рано начал, я думал, я сейчас подойду на Тинкера, вместе убьём. Я думал, это зафармит, улетит просто. Не, парни, какой-то не очень вижен, поставили? Не, я оставил.
лучше всего в неочевидные вот такие места ставь. А их прочекаешь просто. Нет, тут вижу, нет. Кто странно, бан не дал. Я стою за ветками, а он мне бан на меня вешается. Может, бар бежал. Ну, так, интересно. 20 секунд у меня улит на ДБ. 15. Я умер. 5 секунд ульт. Там же вижн сняли, братик. Почему мы стоим, я не могу понять просто вот этого. Ну так заколь. Я думаю, мозгов не надо этого говорить. Когда там умника... Ты говоришь, себя... Рошана можем, и не отходишь на Рошана. Я рисую, вот. Ну, так никто не идет на него. Ну, у нас, чё, ТПшки есть. Я фига забыл, сейчас перефармим. Давайте смоки нажмем, выйдем в луну. Давай хорошо, надо добавим. Это тоже идея. Подожал. Да не, ой-ой-ой. Блин, они никак сбить мы не можем, да? По-моему, они... Я пойду собьём. Я не знаю, наверное. Сейчас гляну. А или нет? Я бот раскушу. Просто стоит. Ну, в нее нападать такое, думаю. Хотя, если резко нападете, блядь, не знаю. Долго. Ну, тут. Будем, может, по фасту этот? Можем. Давай начнем дома, пока у меня потихо есть. Ой-ой-ой, может, не надо, не надо. Да, сейчас будет отфиксить место. А, так, это всё-таки будет мужчина, правда. Походи, а теперь я теперь всё же пойду заканчиваю. Жёсткий ворщит на танцполе. Ой-ой-ой. Инвиз, наконец-таки, да? Травму скинул, я там одну... Я низ также распушу. Через 50 буду с вами, под мидом. А так грибовку по мне, вот тут не хватает многого. Блять, а я без льда 40 секунд, ребят. Ничего страшного, ничего страшного. Если выйдете, они да. Еще один оп... Они еще один опс поставят. 30 секунд. 20 секунд. Я бегу на пешем уже. Подождите, мы с ним прохуенно подеремся. У меня есть овергроу, у меня есть блинк, у меня есть инвиз, я заскаучу, убьем. У меня снимается... Я обогоним до фарма. Я все бафы снимаю. Ну все, просто подождите меня. И у вас и армор будет, и все будет. Все, умер Тинкер.
Я резнулся. Мы идем мид. Мы идем мид. Так я не смог нажать, там мозгов не хватило. Да. Ебдом, не сейчас, что все равно. Мы бежим за свой, по крайней мере, я его. Серьезно, не зацепил я? Ну. А нам оттуда жмало? Да, вроде бы. Не надо, собьем. Или нет? Жмало. А, хелп, камон. Капапс, треба. Не, парни, ну. Че-то хуево колбул с этой спинтой. Ну ничего страшного. Чем? Просто как я не хочу овергроу давать манту, пиздец. Давайте мы это так. Я сейчас ну, сетка попала еще в нее. Да? Да, конечно. Я думал, я овергроу сбил. Нет. Сетка была нам. На. Выложи капли. Переложи капли. Че там? Где? Ульт 30 надо бы. Ой-ой-ой-ой-ой. Оп, как? Я там гляну, что в боте взорвано. Как мы видели его просто? А, потому что я там второй виндер помню. Там сетка просто. Не-не-не, там не сетка, там когда я не сет лучше, я с ультом свой. Глиммеры игнорируют все. Ну я без телепорта. Вообще похер, что там. Все пиздец. Ой. Беги. У меня просто 10 секунд эгис надо было дохнуть. Ой. Блять, как больно, чё? 23. Ну, порки тоже не буду. Это твои деньги. Думай о будущем. Понятно, правильно. А мог попасть уже нам, да. На опережение. Ладно, давайте. Качаемся, что-то мы не можем, да? Не, все, уходим. Давайте качать. Давайте на Трементора. Прилети на Трементора. Давай. Ну это чтобы тинкера в кустах находить. Ебать. Я вижу, да. Тебя нашли, да, в кустах? Нет. Бара сейчас нажмет разбег сюда, у него не будет чарта. Теперь здесь я буду с вами. Мне не знаю, что купить, блин. Хочу купить башер, но кому-то проблема не уна. Вот видите? О, ну сейчас я поставлю. Не, ну это сетка прокон. Нет, это второй. Ну а сейчас что не сработало тогда? Потому что он юзнул до. Типа я юзнул это, когда он уже стоял в амулете, а это юзнул до амулета. Ой, обоним. Ну это читер, это перс опять. Просто если мы взяли Бальдину, я бы сейчас бы встану и бы стоял. Вот это что такое? На бас. Так вот. Не, просто думал, вот просто уна не проблема, правильно? Типа, зачем мне выходит от башен? И вот я думал, уже сатаник какой-то. О, тинкер. А нет, очень неплохо. Тинкер. Ну я могу прилететь. А но... он супер, понимаешь, что я тут. Если я заовергроюшь. Нет, парни, надо. Только когда я начну. Я ж не знаю, когда вы начнете. Ну, я тут стоял, типа, блин, нажать 2 секунды. Я понял. Мне просто надо было ударить его с тычки. Если бы я его ударил с тычки, то... Сейчас давайте просто на хорошую выберем и нормально схожу. Сейчас я вижу, прям на их ХГ поставлю, прям ебану. У меня next ult будет аганим на НДБ. Ильчик. Пару видим.
Барыш и Б. Они все тут. Втроем тут. Они тебя видели, не? Нет, мы сейчас мы не должны там быть, нам надо еще просто хорошую забрать. Я их просто скаучу, парни. Да, у меня БКБ будет, я не убиваем. На кого-то полетели. Да ты будешь на тролле брать ботл? А у меня 10 секунд ульт. Хольт, будешь ДД брать? Да, наверное, надо, чтобы ДП уком взял. Давай, давай. Я могу. Я, короче, выложил ботл. Это не я убил пал. Как не рошит? Можешь ли рошим кто-то прийти? Я гляну. Там еще орлок это, да? Бля. Классно, первый спринт бункер забыл. Раша нет там. Ну ждем 2 минуты, качаемся, мы все видим. Блин, еще мне тут не даст арморед тренд. Смотри, мид, слышь, Денис. Барыш был. У него инвиз. Парни. Гасты надо бы. Опять внизу мог все контролировать. Уволен. Давай, брат. Ты не берешь? Вижу. Здравствуйте. Ну, Тинкер на станях это 17, это не важно. Так, он сейчас находится. Ну, Тинкер сейчас без БКВ будет, если... Опа, иди сюда, я тебе сэр дам. Экватару на базу. Тут это. Они просто на базе стоят. Можем, можем туда, там сейчас хипать будет на экспорик. А вот он твой. Сейчас он. Да, на фазу. Уль 10 у меня надо бы. Почему у меня бил уну, а потом стал бить это? Ну, смотрите. Я скину, скину, скину с нее. А не скину, what the fuck, что? А вот ски... А что? Я не понимаю эту игру. Это до того гайд или почему я нажал за... до этого? Второй не скинул? Она, а она сейчас... суки, баны. Меня нет с вами, надо было там. А, Бара, help me! А что, ты уже скиснешь. Тебе нужно было тычко, потом бью уже. Ай, блядь. Может быть, уже... Ну, я не смотрел. Ну, не пушим, да. Окей, все нормально, Барри, пушим. Бля. Ну, парни, ну я хочу мегаса сделать, можно? Это нормально? Ну, да, папа. Для пинера Фариона, да? Для Фариона. И попа сыра, сыра должна очень. Здесь вижен? А, дави говно. Сейчас, парни, я себя отведу. До третья, до конца, до конца, до конца. Давай, давай. Ай-яй-яй. Ой. А, не ГГ написали. Я думал, там трон кушал. Да, нет, там еще. Я там топ 1-4 упал.
Ну, так, сотники теперь должны быть. По идее, два проезда и один нормальный игрок, да? Нет. Баттер... Сатаник играет на инвокере, понимаете, до чего докатилось Dota 2? Керри? Нет, 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 медовый, он выигрывает у Эмбера, это невозможно практически. Тот чит, наж... тот чит нажимает, тот он скинул. Нет, тот чит вообще не качает, в чем дело. Ну, это в зависимости уже от игрока. Так он, я ничего не сорю, но там у Эмбера платина, я думаю, он понимает чуть-чуть хотя бы в игре. Сегодня плюс 700. Так, ну, 200 можно мне посыпать. Так, ну чё? На консультацию. Угу. Ладно, я понял, жадно. Не, ну если бы ВП тогда выиграли, я шауху купил. Вообще без рофа. Ну, сори, там чел пошел два раза умер, я ж не знал, ну... что он такой тупенький. Он сейчас и принесет что-то покушать. Давай. Что там? TSM Virtus Pro 2.0, я хочу это, кстати, увидеть. 2.0. Virtus Pro 1.52 кэф? Что? А, тут Notice опять на баре. А, да? Блять, Notice на баре это сильно. Но на ВП мы не хотим ставить вообще. ВП это, блять, такие нахуй. Да раз. Все игры, на которые я ставил, блять, на ВП, все проебали. Все, на которые не ставил, они выиграли эти игры. Я ебал. Ой, мне коллапс выпал. Они что-то просто... Нет, тут... На самом деле, ты можешь ничего пить, как я.
Алло. Ну там инча. А чё, а зачем это Бларко типа банить? Она ещё имба какая-то вот это. Они на первой выебали. Бларк. А на второй они выебали на баре. Ну можно так же хулёно трента. Там. ЦК что-то... Так мы не играли в прошлый с ним. А? Шейкер. А у нас чел ливнул нормально все? Да, я перезайду еще. Кого берем? Отол. Ну, бани Макса. Берем фантомку. Нет? А блин. Ну, типа. Ну, это предложение. Ну, это не обязательно с ним соглашаться. Хорошо, ты на минге сыграешь? Тогда опять. Да, да вообще похуй. Ой, конечно. Чуть не забанил, чуть не забанил. Ну, сейчас просто фантомка будет. Либо у меня ТБ, желание ТБ. Дикое на Сигне сыграть хотя бы один раз за бока. Они кого? На ТБ, ТБ сейчас возьмут. Да, на Мокеля, но если дадут его. Вот сейчас, если не возьмут Бартру, я их... Они бару забанили, ФП. Я так хочу на Монтре, не надо думать. Окей. Окей, мы берем кого? Кого ты хочешь на 3? А что нам нужно? Не знаю, так же, что с Фурионом. То можно так же ДБ, можно так же селедку. Ну, ДБ. Горнвотер, оставься вас. У него забанят. 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 Мартру. Это слишком сильный чарж. Так ее наоборот же пофиксили, а не? Блять, просто аганим не вторым слотом берешь, а третьим. А почему, блядь, в фантомке я рампашку сделал в первой игре? Потому что там боты были. Ну, это так. Да. Главный есть такой момент. Из-за того, что берут фантомку, это бесконечный блюр, и скиллы перезаряжаются. У нее также бесконечный блюр, и скиллы перезаряжаются. Ну, я не знаю, что они понерфили. Единственный ощутимый нерф — это 4%. Это на 15% ульту понерфили. 15%. Мало? 15% я имею в виду. Это от того, понятно.
тренируют с этим, с Ауходенсом, да. Не, это вообще, это нахуй вырви уши. Это пиздец. А чё? Да, Ауходенс вообще нихуя не шарят, это они просто пиздят, так, блядь, о жизни. Ну и про что? Так это плохо? Я не знаю. Я хочу доту посмотреть, они мне про гороскопы, блядь, зачехляют. Ну, звук офнуть и смотреть. Да, так, а лучше, чем аналитиков? Ну... Не знаю, я... Таоха нормальный парень, просто он уже в доту не, ну, не играет и... Вот если бы сейчас был бы там 17-й год. Лоха, да, мне просто Лоха как человек, нет, не очень симпатизирует. Мне он очень нравится, как он в покер играет. О, Морф. Но мне не нравится, как он... Как будто бы... Ну, Войн Вокера в Бессу соберёшь, правильно? Да-да-да. Пойдём. Бля, Весел я мог собрать. Блин, кстати, да, я не подумал. Ну, ладно. Доиграй на Вокере экзортил мне. Или ты класс Вес? Класс Вес. По кайфу, на самом деле. Могу на экзортом, как будто бы. Тебе 30-й, ты сам подберёшь, что сделать? Ну, я хочу через квас тут. Векс. Вестторника. Поспейсить фантомочки, как будто бы надо. Соединение с сетью Dota 2. Установлен. Вот. А там чуваки никак у моего друга охуеть. Чё за хуйня? Вала. Да-да-да, хуй. BZM. Бум. Let's go. Мы идем на ровный репо? Да. Надо поджаубить. Костик. А, чё? Я забыл. Я бегу вообще плюс по нормально? Да. Бля, будет прикольно, сейчас хук прилетит, ня. Он... Не прилетит. Подожди, могу перекрыть его. Го-го-го. А, вот сюда поставился, да. Я сам сниму парня. Хорош. Ну, нам... Тогда сюда идите, и пойдем в них. Что, прямо в них? Костик. Чё, я тут, я... Куда? Дай поесть. Сразу сп... Есть, есть. Ой-ой-ой, еще и у меня синтряк, блин. А что ты купил эту штуку? Перифарм, почему у тебя перифарм? Кого? Просто, ну, мне ни на что особо не хватало. Я не тебе, я не локеру. Ну, пройдется. А что ты не купил, типа, гантейнер? Здесь соплески, три ветки. Ну, я на локере... Ну, лучше укать, кстати, будет, аккуратно. Я для себя убил. Рядом встаньте и просто заберите руну. А, забейте. Он промазал? Да, вообще прям, даже не по руне. Ну, Вокер очень сильная рана, чё вас. Брейсер, стикер, просто там уже всё. Как он союзником пишет, чё за хуйня на штрафы? Сами, блядь? Ой. Как раз не сервер, да? Ну, бля, а как это, он? Сокол Буджика там уже манна нагрузка. Так это... Оно, да. Фазочки, не фазочки. Тройка дазл. Ну чё на морфе, блядь, как оно? Ну, впитываешь. Буджик больше темпа, пока опс есть или что есть. Моя
Вот. А это он граффити рисует, парни, это баг, наверное, может, если тоже нарисует всего то же самое будет. Вообще нульди. Опа, да. Это в агрепании, мы не убили никого. Там произошло, да? Отталкивание двойное. Ты проиграть хотел? Интересно, ты прямо фук. Ну, май бэч. Ты просто видишь его траекторию. Да. Но я думаю, он не достанет просто. Кроме белого и черного, какого цвета? Да, да, третий еще нужен, и можно... Я бы... Да, я забей. У меня еще будет ноги. Я пулю и захилиться включу. Можем, да, то, по-моему? Сейчас опять умрем. А че, он без топорика, кстати? Слышал? Ну, здесь скип. Он надо подра. Он забей. Что дует, что дует. О, можно драться с ним. Да, да, да. На 9 стиков еще. Ну я под тремя крипами, что думаешь? А, у нас фура есть, кстати, можно убить. Я сейчас 5-й апну, смотри, можешь пиздить. Я без рез. Мы сейчас пиздимся жестко тут. А можешь либо дверь закрыть, либо быстро сделать и закрыть. Чтобы это... Какого цвета сыр? Может, снизу-то какие-то странные типы стоят, но они как-то еще стоят. Боже, да, давайте, Эмокер, объясни фразы свои. Какие? Любые. Внутри под... Я бух. А что, мы смартфон пиздимся или что? Ну да, под... да. Да он под танго, где этих... Этот урон у меня он... У него гилит не немного, но не хватит просто. Но он не хватит, наверное. А, с ним хотя бы попечататься. А, всё? Сейчас поспрошу. Воды есть тут, добавьте, блин, куда там стоит. А что, он полностью даже левел здесь, да? Да. Ну ставим. Я не знал. Походу не за это, мне кажется. А похоже, 4 в игре. Ну так себе. Пока себе ей. Ну хозяй, если я сейчас шторма убью, то заспаешь спокойно. Mm-hmm.
Повезло. О, ну спал. Чинет вылетел. Я сейчас с телефона раздал себе. Чё, не... Всё, давай. Ну какой Free Fire? Мужик на шторме, это же сдохнуть должен. Боже, я не могу ни в группе общаться. Не, я не могу, мне дали мут на месяц, я не могу ни в группе общаться и ни, вообще ни в доте, никак. Вот кто это придумал? Вот кому череп просто разбить? Так, а чё тебе репорты таки дали? Что за хуйня ебаный? 5 секунд телепорт. Класс куда нет, можно поменять. Там Пуч вернулся, парни. Подожди, как Кота у Морф вообще на линии стоят, ё-моё. Будет жестко. С кайфом вообще стоят. Дип себе интернет с телефона раздал. Это нас, это сколько должен, сколько там должно быть мегабит секунду, чтобы там тянуло? Да, ты чё, прикалываешься? Достаточно там 200, условно. Килобит. 200 килобит. А, килобит, ну, я понял. Ребята, он достал, он не промахивается на Пуджей, но это не смешно уже. Или чё? Это не смешно, это не смешно. Просто щел всеми хукаймерманом, всеми попов. Просто всеми, которыми только возможно. Не знаю, в лоте 2. Гош рвана, бля. Давай, давай. Ну, бля, рано, рано. Это чтоб я начал. Давай. Ну, реагироваться будем, нет? Я за ним, у меня вот эта штучка еще у меня. Да, он мид уже. Ладно, сейчас весел будет, парни, на сайде побегу, окей? Да, нормально. Просто если что не попадет крюком, то тогда может будет попроще. Шторм в лес ушел, если что. Пуч, кстати, пока не котл мог пойти. А нет, пуч уже вернулся. Две секунды, я еще прилечу. То есть левел не ап. Понятно. А не, ну анлак, анлак. Ча, парни, я бегу на сайт. Все нормально, если они ничего не выпадет. Кините меня в канал. В канал верни его. Нифига противника. Появился на. Нет, я с телефона раздаю. А что тебе бабки нравится, что у тебя без амин? У меня 50 гигов. О, ну все понятно с тобой. Мне в пальце раздать не могут, это типа 50 гигов. Не, я могу. Это ты типа всю катку доиграть, правильно? Ну я должен, пойти. Представляешь, что катка минут 30. Да не, 50 хватит. А... Давай, ты? Не проблема вообще. Давай сейчас стояпну, давай чё, сейчас устану. Ой-ой-ой. А, я, блядь, подживите 7 секунд. 7 секунд я с ультом буду. Давай, беги за ним. У него маны чуть-чуть осталось. А это наша ДБ, блядь, я обосрался. Все, парни, можно банду на Морфа собрать?
там напасть на него, жалко, с фестом. Он сейчас на нас нападает, в данный момент времени. Ой, сейчас я бегу, бот. ТП-с, бот, ТП-с, да. Ой-ой-ой. А, так он умер. О, нет. Давай-давай-давай, навались. Этого тоже? Угу. Пять секунд. Танка там? Пусти коту лучше. На, блять, пони ебаный. Курьеры, парни, курьеры. Ой, так, что, у меня типа муд в доте, я не могу даже по группе с тобой общаться, понимаешь? Насколько все серьезно вообще сделали сейчас в доте. Вас никто не слышит. Да, Бока слышит. Мою. Тавар. Сколько у тебя, наверное, там вардбар в начале, ФБ, Тавара. Это 700. Там вообще миллион должен быть. Но у меня 4400, потому что я три раза умер по приколу. Тут пуч. У меня бота бот рассыпался. Я расстроен. Понял. А, ну, не. Я убью. Я убью. Котал. Смотри сюда, тапай все. А, ладно. Там морф, вот тут морф где-то был. Да, он такой нажал. Да, заберите. Я возьму. Чё ты крипался, да, я не понял. Но, сидит. Ну, для тебя оставил, чё. Да, там на таком мини-краевских хп своих. А, не, прочитанность. Сколько я дэмэджа, пиздец? Центряк поставил, да, на клею. Как, блядь. Очень сильная связка. Дазл у вас, скорее всего, будет, он пропал с тут. Главное, там что-то под меня. Давай, морфа. Смотрите, видно? А, я умер, я глядал. Я сам не оставил ради ситуацию. Ну, попробуем, конечно. Надо похоже. Базаров нет. Как пушит просто? Да, ломаем. У него медаль есть. Да, он там какой? А у тебя свет выключили в общаге или что? Нет. Свет, интернет. Не в общаге. Ну, у каждого же свой этот модем. Вы в общаге модемы юзаете? Да. У нас все через мобилу сидели, это Миша узнал. Какой год? Последний. Тут дазл. А ты чего солишь? Ну да. Да, просто не трать первый скилл и все. Я добил нормально, да? Просто похвастаться, да? Да я оставил еще. А у нас ТБ ливало, что ли? Нет, это баг. Там пуш так же, если там. Не по вот по нормальный фон бы поиграть бы в доту. У меня все мог побить на морфе, блин. Надо не уметь. О, ну что я грубо на лакирую. Я сдох. 10 баллов. Ну ладно, пока не 10. Можно бот на лакирую или что тут наподобие? Я через гейт только, если я бегу. Я вообще просто 10 хотел на экзорт убить, ну ладно, еще иду. Так, что, мы две дизоли делаем или как? 5. Я делаю дизоль, брат. Я без весла, если что. Тапнитесь, парни. Всех убиваем. Я с ультом. Без вейформа. Да? Вейформ? Я так и понял. Ой-ой-ой. Да. Что происходит, ребят?
А, да я, короче, без визоли, я тогда сразу просто гоним. Мог саблю собрать. Да похуй. Саблю вообще в пазл. Просто тогда блинка гоним. Какую-нибудь ауру соберу просто. Там есть, там есть. Можешь пройдет на визу маунт. Погнали просто тогда их пиздить, я на ДБ буду активно с вами. Но. Половину маны у шторма. Фана ромит. Ну, в объемах. Давай, я подбегаю тоже, фрионг надо с вами. Ай-яй-яй. Блин, меня Юрий нажал. Обратно, добью шторма, добью шторма, ладно, не добью. Ну, пропустите! Ай-яй-яй, забрал. Уродец. А, ну чем этот тайм? Я с ультом на ДБ. Бегу к вам. Сейчас в меду пачку убью. Окей. Можем пойти в них, я не знаю. Вон, паджика. Давай, давай. Не, это лишнее, я. Да, я думал, они там все будут, и... Да-да-да. Думал, они там под пушом будут. Да даже если все, типа... Ну, на меня надо тратить на фантомку. Ну, фантомка сейчас не дерется, качается. Ну, это в общем. Они все тут, давай выйдем, все стянули. Я бот. Котл внизу. Котл внизу фармит с морфиком, походу. Морф тут. Смотрите, сейчас кто-то сюда зайдет, мы его убиваем. Давай внизу. Арчит? Нету. Все равно убиваем. Мусульманин, чё ли? Вот тут центряк стоит, вот тут. Ребят, хелп, будет хелп, будет хелп? Нет. Я живой, я живой, я живой, я живой, я живой. Бегим, брат, бегим. Подсвети, подсвети, подсвети в него, чё ты, чё за... О, крит, наверное, было. А, ладно, тут он заметен. У меня это чит. Смотрите, морф, морф, пойдёт дальше. Сюда вот. Не, сюда вот. А, тут вот, эти, курьер. Надо забрать, там аганим. Ладно. Пустили рыбу. Да, убей инше надо эти. Я пойду дома, запушу на боя с вами, если еще. Вот сюда либо вижен поставил, либо смотрю на поджим. Ну, стоят тут парни по хаде. Фантомку подъехать и выйдет. Да мы можем с ними драться, мы сильнее намного. Я с ультом. Я включу с рычидом. На вышке тогда это тут на вышке. Ладно. Нет, что-то он на прикачке был, братан. Он просто давил, да? Да, я как могу передвигаюсь. Ой, да, не надо. Ток, ток. Ну, можем, можем. Покажи, покажи парасатами его.
такого поросята не видел. А кто это? Как их называют? Мне ролик скидывали. Помидоры. Не-не. Сейчас. Я знаю, сейчас сваптую. Нет, не сваптую. Сваптую, не сваптую. Прион крыса просто ультом стилит. Реально, реально поддерживаем. Тут можно, в принципе, уже как-то заканчивать, не знаю. Иначе-то нет. Так, да. На скатке сотники не попадутся, по крайней мере, у нас четверых. Они четверых? А? Понятно, я говорю, почему они четверых? Ну, типа, ты в ММ можешь пойти. Не, типа... Я думал, это типа из интернета будет. Я ММ, я на аккаунте на этом не играю. А. В БК чисто похвастаться, да? Ого, просто тут мёртвый ММ. Тут порядка мёртвый, и из-за этого кидает его полно. Слёзы, слёзы. Прон. Ой-ой-ой, го вверх. Чё? Но. У него пьютка в один, если что, или что это типа в два там. А вот ноги на мало. Давайте я не переходим. Переагрит на своих поражениях. Меня ждите. А почему? Сейчас меня хук прилетит. Понерфили, это нерф. Вот. Не, там, как я заходил уже, а, подогонил уже меньше, ладно. Мне еще гони, мне надо. Дашь мне лапить? Да. Не, я хочу просто брать. Сыщик на фарионе. Ой, пусть бы, привет. Бить его? Да, без тебя. О, ребята убивают. Блин, почему не три крита, если три крита? Анвак, анвак. Очень серьезно. Ой, да, дожили. Могли что-то придержать чуть-чуть. А, у меня мана не хватает на все эти приколы. Опа, тише, ребят. Тише, парни, там очень охота там фото поговорить. Ещё пуджик уже всё, продался. Сейчас он тебя хухнёт. После бая убьют, камбэкнут. Да, ну, камбэкнут. Этот хочет, да. Этот хочет. Камбэкнет, вообще его шторм точно уж камбэкнет. Ну крит. Конечно, крит. Дазл просто в себя. Парни, я пока фулл ману не восстанавливаю, просто мне. Там сам. Кровный. Ну, хотя бы не похоронный. А. Ну, вторая рабатка. Кушаем, давайте потанчим уж. Поросяду, веди себе. Миндора. Сейчас я посмотрю видос. Я че, людей сегодня раскидал? А, это пупучи, это пупучи называются. Мортал уже есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Патрон, конечно, ребята. Это... Патрон, конечно, это подсветите, конечно, там морфинг, что он не проблема, а проблема вот. Покажите, да не проблема. Что там это что? Что там, парни, это штрам не проблема, парни, да. Все, парни, гэл. Гэл. Чё, заходи в нас. Давайте.